Всем привет, у меня новая 1000 подписчиков. Кино. Блять, собачку еще взять? Меня звать Татьяна Каширина. Работаю кинологом я уже 2 года с хуем. Так можно? Нет. Блять. Давай. Общих по раздрессировке, вот. Ты меня бесишь, блядь. Ты меня тоже, и что, блядь? Работаю я уже 2 года. Вы можете сказать, что вот такая будет закрестница. Не будет она закрестница. Что? Как правило, я занимаюсь щенками от 2 месяцев. Например, страхи. Например, страхи, тянет поводок, гадит, грызет мебель, пустолайство. Да не кривляйся, я же так смонтирую. Ладно. Где это надо сейчас думать и вспоминать. Камеру сесть, думать и вспоминать. Да, ничего страшного. Что? Вы всегда можете обратиться. Да что ты сделала, блядь, на голове?